пятницу 4 мая. С вами Евгения Мангуби с заключительным репортажем Trading Central Web TV. В конце недели акции биржи США растут, несмотря на слабые данные отчета о занятости. По последним данным, в минувшем месяце было создано 164 тысячи рабочих мест против ожидаемых 195 тысяч. Средняя почасовая оплата труда выросла всего на 0,15%. Тем не менее, уровень безработицы в стране упал до 3,9%, как в 2000 году, 18 лет назад. Доллар США продолжает расти. Курс евро и доллара на 0,27% ниже и составляет 1,1955 пунктов. Пара доллара и иена на 0,05% ниже является 109,11 пунктов. Фунт по отношению к доллару США снижается. Пара ограничена негативной линией тренда и скользящими средними. Краткосрочные позиции будут ниже 1 и 3585 пунктов со значениями 1 и 3455 пунктов и 1 и 3415 пунктов. Биткоин на 0,9% ниже. Его цена составляет 9 644 доллара. Золото дорожает, его стоимость закрепилась выше 50-периодной скользящей средней. Долгосрочные позиции будут выше 1308 долларов 25 центов со значениями 1318 долларов и 1320,5 долларов. Серебро дороже на 0,55%. Тройская унция стоит 16 долларов с половиной. С вами была Евгения Мангуби, специально для Trading Central Web TV.